Так идет. Съела. У него в тарелку попадает вода. Что мы сегодня сделали? Убрали вот эти ящики, стояли на улице. Дождь идет. Поставили бочку, ящики убрали сюда с газовым баллоном. Собрали по всему огороду мусор. Ну это не мусор, это скамейка, стол, доски и там. Так, какой еще пока не убрали. Здесь убрали. Все эти тряпки унесли. Здесь закрыто, потому что у меня тут выкоп... Что-то там застряло, что ли, опять? Ну вот безобразие какое. Все время застревает здесь. Осталось здесь вот только прибраться. Так, все, я сказала. Да тихо, 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 тихо. Дуня! Весь мне куст изломала. Иди туда. Давай, иди. Иди сюда. Все, 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 все. Ну вот здесь вот убрали. Убрали здесь. Колеса все сложили. Прибрались. Здесь все перья тоже убрали, мусор собрали. Ну, вот такой вот у нас. Здесь у нас курочки, уточки были раньше. Пока здесь не открываю, потому что там все-таки земля сена с этими скакучими куриными, а собаки любят это кушать. Там весь мусор пособирали. Весь мусор там собрали мы. Здесь мусор весь собрали. Остался вот мешочек. Куда еще складывать? Здесь вот мы все убрали тоже. Там остались канистры, сиденьки от машины. Птички поют. Так. Вот я не знаю, думаю, оставлять мне эти кастрюли, не оставлять. Наверное, я их выкину. Чего они стоять будут? Все равно уток, кур мы года через два заведем. Это не наши, нам родственники надавали для кур, для уток, для коз. Мы просто, если что, приобретем пластмассу, специально какие-то емкости. Ну, а здесь вот что творится. Ну, это сжигать тряпки, одежду старую. Я думала, это кролики, это видите, из-под земли кто-то вылезает здесь. Мы тут ставили вот сюда я буду складывать все вот эти бревнышки, здесь будем складывать, и стройматериал какой-то. А посадка у меня будет вот только здесь. Сейчас это все уберем, наложим земли и посадим здесь арбузы. Остальное все будет на улице сажать. Так что вот. Пока что, потому что нам в этом году вот таких вот пластмассов напокупаем уткам. Да, я, наверное, выкину все кастрюли все эти. Они только место занимать будут, места перекладывать. Мне еще, видите, окопник присадить надо. Вот. И сейчас покажу, какую груду мусора мы... Это все там в пакетах, правда. Но мы накрыли это все вот этими собачьими тряпками. Потому что мы пилоты. Потому что, вот видите, какую кучу мы, когда на машине сюда можем подъехать, мы подъедем, будем загружать вот такую кучу. И сверху, видите, накрыли тряпками. Там все в мешках, конечно. Там все в мешках. Вон в пакетах, в мешках, видите, стоит, чтобы собаки не расковыривали. Ну, вот так вот. Ну, здесь что? Здесь все, что мы собрали. Вот один ящик у нас все-таки развалился, в котором газовый баллон стоял. Это пленки, укрывный материал. Ну, в общем, так.
Вот так вот. Такую кучу мусора мы набрали. Так что вот, дорогие мои друзья. Тут еще надо убрать. Это мы, когда у нас эти копри были, копали, мы им дали металлолом. Они это двигатель, они это не взяли. Чтобы не стояло у чужого участка. Мы его сейчас сюда поставим. Вот так вот. Кому надо, может, возьмут. Здесь, правда, два мешка с баллонами. С банками, с баллонами стеклянными. Мне тоже родственница дала. Но они все грязные. Я не буду их мыть, я их выкину. Я лучше куплю новые банки. Вода сейчас дороже, чем купить банка. Банка 5-10 рублей стоит, ну, 15 от силы. Закрывающимися крышечками. Мне очень нравятся не закатывающиеся, а такие закрываются, которые. И новый баллон. Ой, мне эту не поднять, тяжело. Ну, муж придет, уберет. Ну вот, дорогие друзья, вот такой план действий сделали. Мы прибрались. Мы прибрались. А он вдалеке. Вдалеке. Вот это вот. Вот этого, да? Пальчиком показал. Это тоже березовые чурки, которые мы напилили там с той поляны берез. Ну вот. Надо ветки зажигать все. Все-таки я их выкину. Не буду я захламлять участок. В них, если сажать какие-то, кто-то посоветует цветочки, мне не нравится. Надо или горшки нормальные, хорошие, или в землю. А это что в кастрюлях? Или деревянный что-то делать. Ну, вот так вот. Навели мы порядок небольшой. Дождь сейчас такой сильный дождь лил. Мы еще вот эту кучу все убрали. Это сено такой куча. Ну, вот эти рамы все еще выкидывать надо. То у нас перегородки в этих курятниках были, в парнике перекрывали. Ну а что у нас вот здесь вот? Что у нас здесь? Веда, не прыгай. Тоже от шкафа. Это у меня брудер. Ну, что за прыгание? Доски, брудер. Один брудер мне. Ящик тоже сломали, перепелки сидели здесь. И это у нас вот эти ящики тоже. Ну, всякое от старых электрических, ой, газовых плит. Всякие чугунные. Они пригодятся на костер куда-нибудь, на мангал ставить что-то. Кастрюльки. Это мы оставили, это может пригодиться. Ну, вот так вот. Вот эти вот все деревяшки надо выкинуть будет. Вот это вот от стенки. А там у меня тоже инструменты садоводческие. А это у нас остатки утеплителя утепляли. Все. И у нас порядок сделан. Так что вот такие вот дела. Слава Богу, мы. Вроде много было мусора всего, а... Ух, ах! Ах ты как прыгаешь! Ух, ах! Ух, ах! Попрыгунья, стрекоза! Ай ты моя! Нам и дождик нипочем! Нам и дождик нипочем! Зая, зая моя! Мой зайчик! Это мы оставили, накрыли там уголь для мангала. Для шашлыков рассыпался пакет. Да, солнце-то мое! Думаю, грязнуся-то моя, грязнуся! Грязнуся, иди кушай, тебе Олег кушать там положил. Вот. Ну вот так вот у нас. Ждем, ждем, цветочки, давайте растите, вырастайте, вырастайте. Вырастайте, мои хорошие. Я вот эти палки пока не срезаю, старые, потому что это я могу забыть, где что посадила. У меня это первую зиму зимует. Здесь земля упала. Надо будет их опять вынимать, насыпать земли и сажать. Углубилась земля здорово.
Здесь вот это все цветами у меня. Ну вот, идемте дальше. Там кто-то гремит. Ты куда, Дуня, пошла? Вот хозяйка пошла в дом. Это у нас тоже это пластиковые бутылки. Люстры у нас тут. Лампы, фонари, плафоны. Вот. Здесь всех поилки убрали, кормушки убрали. Это у нас компостная куча, так сказать. Ну, вот так вот. Вот такие. Вот у нас все тоже утиные, куриные тарелочки. Вот такие пластмассовые. Напокупаю и будут нормально тазиком. Сейчас не проблема. Там нам не залезти. Ветром сдуло. Ну, а здесь все прибрались. Линолеум развалившийся. Потом его соберем. Там масла еще остались. Ну, вот так вот. Это для сжигания у нас. Там бочка для воды. На всякий случай, если пожар будет. Вон, сколько берез там лежит. Это вчера тоже пилили березки. Надо перетаскивать все. Ну, вот такой вот у нас вид. Я посмотрела, попробовала собрать траву граблями. Нормально сгребается. После дождей сейчас начнем порядок наводить. Так, здесь у нас остается, у нас тут вишни и кустики. Вот зелененькие палочки. Это кустики смородины у нас растут. И по краю вот так вот идут вишня. А здесь у нас баня будет. Я уже в каком-то виде говорила. Здесь спальня, там гараж. За гаражом сарайка. Там для перепелок, для кур и для кролика будет. Вот так. Такой у нас план действий. Здесь ничего не сажаем. Были грядки, видите, формы, но сейчас ничего тут не сажаем, только косим. Значит, здесь будет строиться баня. Рядом с гаражом. Ну вот, дорогие мои, все-таки мы это сделали. Мы прибрались. Осталось только теперь с ветками разобраться. И вот с этой вот травой. Ой, как представлю, мне плохо становится. Там кролики безобразничают. Клетку тоже будем выставлять. Надо вытаскивать ее, а то разбирать это все будет. Вот там еще тоже все мусор выкидывать. Ну все, на этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание. Мои розочки отходят, почки набирают. Все благоприятно. Вид, конечно, такой весной некрасиво. Но когда зацветет, такая красота будет. Ну, а это я буду делать бассейн. Я в прошлом году начала, видите, сама лично углублять. Где-то на метр-полтора будет глубина. Ступеньками, тремя ступеньками. Здесь будет кувшин стоять на возвышенности и фонтанчик. И вот здесь вот цветы у дорожки будут. Вот такие вот у нас будут здесь красивые вещи. Купила плетистую розу, а она оказалась не плетистую, а пучок по крону. Думала, она по земле стелится. Она 1,5 метра высотой. Написано, вырастает. Она у меня, а я ее купила, хотела сюда к бассейну посадить потом. Она у меня сюда не пойдет. Теперь надо куда-то думать, куда ее посадить. А куда посадить, я не знаю. Там у нас тройка будет. Туда мне, я туда все цветы убрала, потому что. А здесь я даже не знаю. У меня вот цветник и там. А там у меня уже, я не знаю, здесь у меня виноград будет. Он места много занимает. Тут я даже уже не знаю, куда ее сажать. Она 1,5 метра шириной, 1,5 метра высотой вырастает. Здесь у нас полянка будет отдыха. Под не навес такой будет, а ну как качели такие навес, навесом. И столик. Ну, просто для отдыха. Отдыхать, книжечки читать, Wi-Fi.
не кушать, а чисто вот отдыхать, заниматься культурным просвещением в цветочках. А вот куда розу сажать, я и не знаю даже. Вот даже не представляю. Даже не представляю. Здесь кусты, два куста. Места оставляем сразу много, потому что они много места занимают. Даже не представляю. Здесь у нас выход туда будет, тропиночка вот так вот, где вот лежат сейчас эти березовые чурки. И там у меня везде уже пион. Даже не представляю, что делать, куда мне эту розу пихать. Две розы есть куда, плетистую розу есть куда, а вот эту почвопокровную, которая высотой 1,5 метра и шириной 1,5 метра, я даже не представляю. Потому что там у нас, когда продлим спальню, у меня останется место только для двух абрикосов. И у дороги будет у нас выгребная колодец. Ну, сточный колодец. Все. А куда сажать ее, я даже не знаю. Ну ладно, может кто-нибудь посоветует. Вы прекрасно уже знаете наш участок. Где чего что. Здесь у нас будет яблоня за вольером. Сразу у нас здесь будет яблони. Все. И скамеечка. Машину привезли, сели, выгрузили скамейкой. Столик просто для... там для, ну так сказать, переходный такой вот, поэтому я больше не знаю даже куда чего девать. А здесь сплошная стройка будет. Здесь у меня 1, 2, 3 розы, 4 розы, но 2 розы у меня туда уйдут. Ну, я не знаю, вот 1,5 на 1,5, вот и место. Вот 1 роза, она должна занять вот такой вот куст. Место такое, где у меня сидят 4 розы. И, кстати, тут груша. А груша вообще-то не рекомендуется, около груш не рекомендуется сажать розы. И корни там. Вот я здесь копала пруд, уже зацепила корни вот этой груши. Завтра буду снимать. Ой, как она у меня бедненькая. Вот это все буду завтра соскабливать. Вот это все соскабливать буду и буду... белить. Влажность ужасно. В прошлом году такое лето влажное было, одни дожди. Видите, во что превратилась груша. Все груши такие, все яблони, все. Ну все, на этом я закончу. Спасибо за внимание. С вами была Елена и канал Огород Круглый Год. Российская глубинка. Все, скажу пока-пока. До свидания всем. Заходите на канал. И посмотрите потом, какая красота будет, когда все расцветет у нас. Всего вам хорошего.